Всем привет! Сегодня я вам покажу небольшой заказ из компании Mary Kay. Весь заказ клиентский, поэтому тестировать декоративную косметику, сразу говорю, мы не будем. Единственное, что я вам просто покажу. В компании Mary Kay не так давно вновь появилась маска глиняная из серии Botanical Effects. Очень многие, кто пользовался ранее, знают, что действительно у этой маски есть феноменальный успех и эффект, который она оставляет на коже вашего лица. Компания Mary Kay выпустила данную маску снова в ограниченной коллекции, и ее поклонники давнишние стараются сейчас приобрести эту маску в больших количествах, потому что серия ограничена, и, как обычно, достаточно быстро разлетаются товары из данной категории. Так, давайте посмотрим. Данная маска, я не знаю, видно вам сейчас или нет, дату на тубе, действительно, то есть срок использования ее до 10-20 года. Здесь всего 113 грамм. Это у нас маска для комбинированной и жирной кожи. Открывать я ее не буду, но она там, насколько я помню, товары Mary Kay никогда не зафольгированы. Внутри есть инструкция по применению и вот такая вот коробочка, также не слюдированная, вот в таком вот бумажном варианте. Человек у меня взял две таких маски, так как очень нравится этот товар, и в принципе действительно эффект есть. Следующее, что было также в этом заказе, это у нас лайнер, маркер-лайнер черного цвета для глаз. Так, он годен до 6-20 года. Ну, открывать я не буду, опять же, потому что это такой товар. Может засохнуть. Просто хочу показать, какого размера все это выглядит. Здесь 1.5 грамм. Ну вот, если взять мою руку, да, то вы можете видеть размер данного изделия, данного товара и посмотреть свотчи, в принципе, в интернете. Все, что касается лайнеров и подводки, у компании Mary Kay действительно стойкие, не растекаются и достаточно экономно используются. В этом большой плюс. Следующее, что также было, это у нас карандаш для глаз стальной с выдвижным таким вот стержнем и точилочкой на конце. До 8-20 действует оттенок, кстати, стальной стиле. Ну, давайте посмотрим. Этот карандаш, в принципе, можно открыть, так как это не лайнер, он по факту не засохнет. Единственное, что тестировать мы с вами его тоже не будем. Вот так вот выглядит карандашик. Здесь вот с этой стороны точилочка для карандашика. Вот. И сам карандаш открывается вот таким вот образом. Если вы сейчас видите, постараюсь показать на белом фоне, немного в такую зеленцу уходит тон, ну, стальной, вот такого вот серого цвета. Очень красивый цвет. У меня раньше был такой карандаш и для глаз, и для губ. Опять же, экономно используется и надолго его хватает. И последний товар, который приобрел человек, это помада из серии True Dimensions «Тосканская роза». Тускан Роуз. Такой очень интересный, нейтральный, на мой взгляд, оттенок. Постараюсь вам открыть, показать. Про эти помады я уже давно говорила. Действительно, очень качественно сделаны. Вот так вот выдвигается сама помадка. И вот такой вот цвет, оттенок. Такой вот интересный, телесный. Помады очень хорошие. Мне нравятся. И достаточно качественные. Вот такой вот был заказ из компании Mary Kay небольшой. Ну и последнее, что компания вложила мне в заказ, это вот такой вот стикер в виде кружочка с эмблемой Mary Kay. Многие, наверное, знают из вас, что 12 мая день рождения у Mary Kay Ash. И вот такой вот презентик в виде бонуса компания мне вложила. Я готова его подарить клиенту. Ну что ж, вот был весь мой заказ, небольшой заказ клиентский.
Но сейчас хочу обратить ваше внимание, компания Mary Kay в конце месяца каждого стала проводить акции, распродажи, там буквально 2-3 дня и достаточно по хорошим ценам. Так что следите за новостями, читайте почту, читайте смски, ну и рассылки от команды, да, от ваших коллег. Действительно очень достойные товары по хорошим ценам. Ну что ж, всем отличных выходных, всем пока-пока.